Блогер – это серьезная профессия в наше время. У Настасьи почти 30 тысяч подписчиков. Половину контента для своей странички она снимает сама, на телефон, а половину – вот так, в студиях с профессиональными фотографами. Блогер получает деньги за рекламу в своем аккаунте. Для этого, чтобы были заказчики, нужно уметь быть интересной своей аудитории. Собирает охваты что-то необычное. То есть, если человек не позволяет себе никогда там какие-то фотографии в полный рост или там, например, в том же купальнике на пляже, и вдруг вот она поехала в отпуск, конечно же, она бомбанет фотографии в купальнике. Но если у девушки каждый день в Инстаграме одни голые попочки, то, наверное, как бы она что на пляже, что в примерочной, что у себя дома, ну, берет одинаковое количество там тех же охватов. А насколько быстро можно покорить соцсети, вооружившись советами опытного блогера? Проверим на себе. Может быть, у тебя это рабочая? Вообще, слышала что-нибудь про рабочую сторону? Да. Ну вот, я какая она у тебя? Не знаешь. В общем, чтобы ее проверить, давай ухо закроем. Чтобы проверить, нужно сделать фотосессию. Что с другой стороны? Потом, когда будешь отбирать фотографии, просто чисто статистически поймешь, каких фотографий ты отобрала больше. С фото разобрались. Осталось понять, о чем писать, чем делиться со своей аудиторией. А можно же быть таким маленьким экспертом в своем маленьком обществе. Начинать, по крайней мере, с этого. То есть среди своих друзей уже там плыть каким-то профи в определенном деле. Ну, к примеру, там, ты журналист, ну, может быть, ты решишь давать те же самые советы, как писать красивые, интересные тексты своим одногруппникам, коллегам или друзьям. Анастасия – наша коллега и была публичным человеком еще до появления блога. Как вести лайфстайл-страничку на бытовом уровне, расскажет Юля. Она – обычная студентка, но на ее аккаунт подписано уже больше 7 тысяч человек. Если женщина приезжает на дачу, и она, причем профи в дачных советах, она может сделать отдельную даже рубрику. Например, дачный совет там, от Ирины, ну, грубо говоря, где она будет рассказывать там, какие-то лайфхаки по там, как посадить редис правильно, ну, грубо говоря, да. Вот. Также она может, например, помимо своей рубрики, сделать прямо комплексную такую, комплексный профиль именно на тематику дачи. То есть куда будут входить не только советы уже там и лайфхаки, а куда будут входить там коллаборации с другими дачницами. И фотографии, кстати, Юля тоже делает себе сама. Сейчас и меня научит. Главный элемент должен располагаться по центру. То есть визуально чертишь, например, вот как в крестиках, ноликах табличку и располагаешь себя или какой-то основной элемент по центру. Я выложила все получившиеся фото и правда собрала много лайков. Надеюсь, и вам были полезны наши советы. Софья Лупинина и Денис Шабанов.